Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту о повышении газификации регионов. Об этом сообщается на сайте правительства. Согласно плану, к 30-му году уровень газификации регионов вырастет больше, чем на 10%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Планируется уменьшить пошлину за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учета и упростить некоторые регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов. Сити-менеджер «Щиты» Александр Сапожников обсудил с представителями подрядных организаций ремонт 30 километров городских дорог стоимостью 730 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации. Как сообщает администрация, на выделенные средства подрядчики отремонтируют 17 участков дороги. Ремонт будет проводиться на улицах Полины Осипенко, генерала Белика, Угданской, Чкалова и Ивановской. Общественники написали главе «Щиты» Евгению Ярилову открытое письмо, в котором призвали отправить руководителя городской администрации Александра Сапожникова в отставку. Письмо опубликовано в телеграм-канале «Протестное Забайкалье». Поводом для обращения к главе города послужил план городских властей на расширение проезжей части улицы Горького и сопровождающий этот проект обрезка рубка деревьев, а также и во всем городе. Напомним, что в связи с работами ТГК-14 по замене теплосетей на аллее Горького прошла обрезка деревьев. Саженцы дикой яблони, черемухи больше чем полвека назад посадили студенты. Городские власти пообещали, между тем, восстановить насаждение. Татьяна Голикова призвала усилить контроль над соблюдением масочного режима в регионах. На сегодня эта мера действует в 84 субъектах. Ее отменили только в Амурской области. Об этом сообщила вице-премьер на совещании с Владимиром Путиным. Голикова также отметила, что тренд на снижение заболеваемости ковидом в России продолжается. Особенно снижение наблюдается в 32 регионах, 49 находятся в стадии стабилизации и 4 региона в стадии некоторого роста. Президент подчеркнул, что в этой связи объемы тестирования должны сохраняться и объемы вакцинации не должны снижаться нигде.